попал в сборную. Расскажи, как освоился, как приехал, как приняли. Спасибо. Да, все отлично. Скажем, днем все лучше и лучше. Какие ощущения перед Евро? Волнуешься ли? Ну так, не особо, потому что пока только знакомлюсь со сборной. Но есть некоторое волнение, да. А в чем оно проявляется? Ну, потому что новый коллектив, новые требования. Всегда так, когда в новом коллективе не все так просто, скажем так. А чем это волнение? Между чем? Между клубом, соответственно, и сборной. Ну, требования чуть разные. Ну, соответственно, здесь же. И партнеры. Ну, конечно, да. Чуть быстрее надо вкатываться в работу. Как вы отдыхаете вот сейчас по вечерам? Не как дома, ой, дома говорю, в номере лежу, отдыхаю. С друзьями, с семьей общаюсь. То есть в соцсети и книжка? Ну, может, грубо говоря, да, так. А Дзюба известен своими подколами в сборной, как он вас встречал, были какие-то шутки? Да не, обычно по-рабочему встретил, чуть-чуть там пару фраз обменялись и все. Сезон длинный еще получился, насколько усталость накопилась к концу? Ну, некоторая усталость, согласен, да, есть, но все равно как-то перестроился на работу в сборной, поэтому нормально, сейчас не чувствую усталости. Насколько сам оценишь свои шансы сыграть с Не знаю, вообще никак не оцениваю, сейчас в данный момент стараюсь, скажем, в нем адаптироваться, принять требования главного тренера, дальше видно будет. Конкуренция интересная? Да, конечно, конечно. Это опыт. Ты, наверное, на который ты равнялся раньше? Ну да, это новый опыт. Мне нравится. А кто из игроков вот, запомнился своим уровнем? Может, кто-то выделяется, кто-то удивил? Чем ты можешь? Не знаю, все игроки в сборной высокого уровня. Поэтому и называется сборная России, потому что все лучшие из России здесь. А какое впечатление матч Чертанова оставил? Может быть, слишком жесткая игра была или, наоборот, слишком простая? Или... Да нет, нормально. Плюс-минус выполнили требования, которые от нас тренер просил сделать. Нормальная тренировочная игра. Почувствовали ребята тоже связь. Кто новый, кто не новый. Ну, кроме меня. И Сергей Псиков. А? Ну, как сказать сразу? Ну, где-то в обед сказали, переодевайся, ну, скорее всего, не выйдешь. Готовься на всякий случай. Сейчас удалось поговорить один на один? Да, когда только прилетел, сразу перед тренировкой чуть-чуть поговорили. Сказал, настраивайся на работу. Будет дальше ведь все видно. А Станислав Саламович говорил, почему он не выпустил вас? Вас не было? Да не, я и не спрашивал. Ну, понятное дело, я второй день после игры 90 там отыграл, и на второй день играть тоже как бы не особо рекомендуется, поэтому все логично. Вчера Станислав Саламович объяснил это же. Не все были здесь, а почему никого не вышел на поле? Ну да, в принципе, логично. Станислав Саламович за день твоего приезда сказал, что ты начинаешь 26-м на сборе, а дальше будем смотреть по ходу. Вот как это слова, это мотивирует? Как к этому относиться? Да не знаю. Без разницы, я должен выходить, просто делать свою работу, доказывать состоятельность. Дальше видно будет. Все? Никак не влияет. Все, спасибо. Все, спасибо.